glasem. Logor de Frados ulmine cauze, sunt o видала каузен зи де фрайзер. И так говорит Господь, аллилуйя, аминь. Народ мой, дети мои. И вот буря, она поднимается, и подует северный ветер, говорит Господь. Будут трудности и будут испытания, и народ мой будет испытан, и основание каждого, оно будет испытано и будет обнаружено, говорит Господь. Кто чего строил и на чем строил основание, на каком основании? Я люблю тебя, я возлюбил тебя. Враг ополчается против народа моего. Войско врага, оно готовится к сражению, а народ мой не готов, чтобы противостоять. А народ мой не готов, чтобы устоять в этом сражении и выйти победителями. Я даю вам время, говорит Господь, чтобы вы расположили сердце свое, взыскать лица моего, приблизиться ко мне. Ибо нужно будет противостоять врагу, нужно выйти победителями. И если будете нуждаться во мне, будете возлагать свое упование, надежды на меня, будете ходить в чистоте и хранить сердце свое, я наполню силой, благодатью своей и могуществом своим. Я поведу тебя, народ мой, и ты будешь в этом сражении выходить победителем, и дам победу на пути, говорит Господь. Аллилуйя. Поэтому, народ мой, поднимай это знамя любви и простирайся вперед с этим знаменем любви. Исполняй волю мою и поступай по истине моей, и ты не потерпишь урона, потому что я Бог святой, я любящий Отец, я милосердный Бог. Я избравший, искупивший, возлюбивший тебя дорогою ценой. Поэтому дни лукавы, дорожи этим временем, оцени этим временем для того, говорит Господь, чтобы разыскать лица моего и иметь тесное общение со мною, как в многих домах и семьях есть заклятое то, что не угодно мне, как важно отвергнуть это заклятое, как важно убегать от греха и беззакония, как важно хранить себя в чистоте, а я буду совершать и производить работу свою, нужно удалить заклятое из домов своих, а я буду посещать семьи, говорит Господь, я буду посещать дома и буду совершать работу свою, ибо есть семьи и дома, где жертвенники разрушены, где не горит огонь, говорит Господь, где не молятся жены и мужья, говорит Господь, где не молятся дети, а нужно молиться, а нужно взыскать лица моего и иметь это общение со мною. И также нужно быть в единстве, ищите единство, ищите, чтобы было единство в союзе мира, и будьте единодушны вместе, а я залью потоки свои, говорит Господь, и совершу, и произведу работу свою, я проведу тебя через эти испытания, я дам тебе силы устоять, сможешь устоять и сможешь пройти, поэтому не оставляй свое упование, которому предстоит великое воздаяние от меня, так говорит любящий и милосердный к тебе Бог твой, аллилуйя, аминь.